Всем привет! В продолжение своего экспресс-обзора я сделаю более полноценный обзор, в котором постараюсь рассмотреть все функции зарядки X-Star Dragon VP4+. Зарядка имеет 4 слота заряда, причем парными считаются 1, 4, 2 и 3. Они так отображаются на экране, я чуть позже его включу, и точно так же по токам максимальным 1 и 4 могут работать с токами в пол ампера, 1 ампер и 2 ампера. Второй и третий с токами только в пол и 1 ампер. Зарядка позволяет устанавливать в нее аккумуляторы большинства всех распространенных форматов. Для примера я возьму аккумулятор формата 26650. Он спокойно, без напряжения в него становится. Видите, еще какой запас есть. Зарядка реагирует на установленный заряженный аккумулятор. Про функцию пауэрбанка в этой зарядке будет в этом видео немножко дальше. Включается зарядка с установленным по умолчанию током в 1 ампер. И при установке аккумулятора начинается процесс заряда. Показывает процент заряда. Здесь показывает, сколько миллиампер уже было отдано тока в аккумулятор. Вот тип аккумулятора литион и его канал. Кнопкой Current можно увеличивать ток до 2 ампер, но это касается только 1 и 4 слота. И пол ампера и ампер для всех слотов, в том числе всех 4 одновременно. Режим Refresh пригодится для работы с никель-металл-гидридными аккумуляторами. Он позволит немножко их оживить от длительного хранения, либо после длительных циклов заряда разряда. Вставляем аккумуляторы. У нас запускается режим заряда, после чего длительно удерживаем кнопку Refresh. Включается режим Refresh. Дальше коротким нажатием регулируем ток. 0,5 ампера будет достаточно. После чего аккумуляторы начнут сначала заряжаться, потом разряжаться и снова заряжаться. Показывает экран 1 и 4 канал. Коротким нажатием переключается на 2 и 3. Процент заряда сверху, количество тока залитого указано здесь. Пока по нулям. Ролики ускоренные, конечно, так как процесс очень длительный. Как происходит заряд, разряд и переключение обратно в заряд, я добавлю в это видео сразу. Прямо сейчас вы его увидите. Где-то минуты полторы будет ускоренного видео, как происходит режим Refresh. Режим тест пригодится для того, чтобы протестировать, например, литий-ионные аккумуляторы. Вот я вставляю 4 предварительно разряженных полностью в результатах тестирования NCR18650. И длительным нажатием на кнопку тест перевожу их в режим тест. Пошел заряд. Так же самое можем переключаться между первым и четвертым каналом. Нажатием. Вот второй, третий канал. Кстати, двойное нажатие на кнопку Record Test включает, отключает бипер. Сейчас он, видите, отключен. Теперь включен. Отключен.
может пригодиться, если он вас раздражает. И дальше небольшое ускоренное видео, как, собственно, происходит режим тестирования. Режим Record. Он просто записывает все данные, которые получены в результате теста аккумуляторов, для того, чтобы их можно было просмотреть в любое время. Включаем зарядку, переходим в режим Record, и он показывает те данные, которые были получены в результате предыдущего теста. Дальше освобождается следующая ячейка. При следующем тесте она запишется уже во вторую ячейку. Переключение между ячейками, логично, кнопками. Первая, вторая, третья пока пустая. Второй, третий, первый, четвертый канал. Все данные записаны. Режим проверки внутреннего сопротивления аккумуляторов. Он даст нам знать, насколько аккумулятор свежий и не пора ли его менять. Чем меньше внутреннее сопротивление, желательно, чтобы оно было менее 50 миллиом, вот, тем аккумулятор новее и лучше, свежее. Вот. У нас есть специальный разъем формата USB для замера, куда мы подключаем щупы. Вот. Для того, чтобы перевести зарядку в режим замера внутреннего сопротивления, нужно сделать так. Зарядка готова к измерению. Берем аккумулятор, красный у нас плюс, черный минус. Смотрим, аккумулятор разряженный, 3,25 вольта, внутреннее сопротивление 34 миллиома. 35. Правильное внутреннее измерение правильного внутреннего сопротивления производится на частоте, если не ошибаюсь, 1 кГц. Поэтому не каждая зарядка может это сделать корректно. Обратно в режим работы зарядки переходим двойным нажатием кнопки «Дисплей». Готово. Зарядка литий-полимерной батареи. У меня вот есть такая батарея емкостью в 1300 мАч с портом, который применяется для подключения к балансерам, зарядкам, которые умеют балансировать. Это ее основной порт. Ну, мы будем использовать именно балансер. На зарядке имеется соответствующий порт. Подключаем. Все. И на зарядке мы имеем вот такой вот индикатор. Зарядка происходит током от 0,5 до 2 ампер. Ну, я поставлю на ток полампера. Как я уже рассказывал в своем первом экспресс-обзоре, зарядка имеет также порт, стандартный порт USB с напряжением 5 вольт и током заряда до 2,4 ампера. Я на самом деле уже его проверял, но для того, чтобы не делать отсылки к первому видео, сделаю еще раз эту проверку. Подключаю к порту USB тестер с нагрузкой. Он включается.
Стараюсь поближе поднести. Вот так, фокус виден. И я буду увеличивать ток нагрузки. Есть падение, но в пределах нормы. 2 ампера, 2,4 ампера, даже больше. Давайте ровно 2,40 ампер. Вот. Вполне держит. Можно увеличить еще больше. Все, здесь она выключилась. Около 3 ампер произошло отключение. Но свой заявленный ток она отдает даже с запасом. Зарядка умеет работать в режиме Power Bank. Для этого в выключенном состоянии мы вставляем в зарядку любой литий-ионный аккумулятор, либо один, либо несколько. Чем больше аккумуляторов, тем больше емкость нашего пауэрбанка. И таким же образом вставляем нагрузку. Вот. Вот сейчас уже выставлен ток в 2,60 ампера. На экране зарядки отображается уровень заряда аккумулятора. Можно поставить несколько аккумуляторов. Что увеличит емкость нашего пауэрбанка. Вот ток также более 2 ампер. На всякий случай уточню, что от литий-полимерной батареи, состоящей из трех элементов, которые можно подключать к данной зарядке, режим пауэрбанка не работает. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы в комментариях, постараюсь на всех ответить. Также полная текстовая версия этого обзора с фотографиями будет в ссылке под данным видео.